как тесен мир плацкартного купе, где на столе консервы, хлеб и чай. Тебе помогут снять рюкзак с плеча и не дадут скучать, а поезд будет мычать, колесами стуча. А в окнах лес, стыки рельс, звон рек и мост, стук колес, вечер тень, день ночь день, крики стай, вдаль, вдаль, вдаль. Нам флирт, а в общем кутерьма. Как ни гадай, милей всего плацкарт, но только чур не брать в дорогу карт, кроме туристских схем, и больше нет проблем. Одно стремление старт. А в окнах зимний лес, стыки рельс, звон рек мост, стук колес, вечер тень, день ночь день, крики стай, вдаль, вдаль, вдаль. Не торопись тропить свою лыжню, остановись и вслушайся в напев. Вы поутру уйдете по тропе, объединившись здесь. Как хорошо, что есть плацкартное купе, а также зимний лес, стыки рельс, звон рек мост, стук колес, вечер тень, день ночь день, крики стай, вдаль, 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 как тесен мир плацкартного купе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.